Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я вам предлагаю не кулинарный рецепт, а рецепт, чтобы улучшить состояние кожи вашего лица. Сейчас весна, и нам всем очень хочется выглядеть хорошо и свеженько. Так что я вам предлагаю очень легкую, быструю, бюджетную, вот копеечную маску, которая очень хорошо помогает добиться ровности лица. Для этого мы будем использовать аспирин, обычная ацетилсалициловая кислота, которая продается в любой аптеке. Нам понадобится натуральный мед и вода. Для начала нам нужно будет взять всего одну таблетку. Мы будем делать маску на один раз. Берем одну таблетку аспирина. И в ступке я ее сейчас потолчу. Вот, посмотрите. Сейчас растолчу ее как следует, чтобы получилась мука. Вот так, до такого состояния. Теперь нам нужно добавить пол чайной ложки воды. Вот я сделаю так, чтобы вы увидели, что это ровно вот пол чайной ложки воды. Размешаем. И вот получилась кашица такая у нас. И добавим пол чайной ложки меда. Вот так. И все это как следует. Сейчас размешаем. И наша маска будет готова. Это самая доступная и бюджетная маска, которая поможет вам сохранить чистую и ровную кожу. Аспирин удаляет омертвевшие чешуйки и купирует воспалительные процессы. Эту маску лучше делать 1-2 раза в неделю, чтобы сильно не пересушить лицо. И вот я уже размешала. И вот я вам сейчас покажу. Может показаться, что маски очень мало, но вы намажете кисточкой на лицо и увидите, что ее хватает на один раз полностью намазать лицо. Маску можно держать от 10 до 20 минут. И еще, ее нельзя применять кому? Кто беременный и при грудном вскармливании. И в первую очередь, конечно, если у вас непереносимость на аспирин. И если у вас еще есть открытые ранки на лице. Ну вот, маска готова. Наносим ее на предварительно очищенную кожу лица массажными действиями, как бы скрабируя ее. И потом полностью всю маску распределяем и оставляем, как я уже сказала, от 10 до 20 минут. А потом будем смывать ее теплой водой. Так что, девочки, встречаем весну красивыми!